Каждым ударом этого барабана я погружаюсь все глубже и глубже в неизведанный для меня мир. Я чувствую запах благовоний, свежих цветов. Мой ум в смятении, но я чувствую себя дома. Я чувствую людей. Они добры и приветливы. Виски начинают пульсировать все сильнее. Здесь жарко. Здесь была лишь моя душа и мой взгляд. Я не чувствую своего тела и чувствую его повсюду. Я знаю, что чувствуют эти люди, почему улыбаются эти женщины, и я постараюсь вам рассказать об этом. В городе Удупи мы садимся на автобус и пробираемся сквозь городские джунгли в отдаленную от большой земли индийскую деревушку. В этом автобусе, как в старом индийском фильме «В моей голове и сердце», звучит немного другая музыка. Сегодня я твой верный конь, я лучший конь на свете. Меня рукою нежный тронь, и я помчусь, как ветер. Мы будем жить в любви всегда, ни ссорясь, ни споря. Нас не изменят ни года, ни радость и ни горе. Это утренняя пуджа в храме Кришны. Thank you.
Майкоранди. Мамми смайл করলে. Мамми смайл করলে. Смайл, смайл. Чай дай, ну чай. Макрель. Индиан макрель. Индиан макрель. Калор. Лайпа, трак. It's макрель too? О, макрель. О, калур. 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 Макрель. Калур. Again. What? Again. Макрель. Калур. Моя работа – рыбный бизнес в Мальпе. Моя мама важная для меня. Моя работа очень важна. И это темпл, которым я служу уже 10 лет. Первое – Бог. Второе – Мама. Третье – Эй, бро, как там вера на английском? Как? Вера. Моя вера очень важна. Ганга работает в храме уже 18 лет. Этот храм очень важен для него. Затем его работа. И деньги. Деньги очень важны для него. Сейчас сыграю. Такая ракушка – обязательный атрибут в темплах кришнаитов. А теперь догадайтесь, кто из них занимается подводной рыбалкой. Этот типичный деревенский магазинчик принадлежит прабакеру. Здесь все, что нужно. Полки пестрые под стать самой Индии. Для прабакера этот магазин очень важен для него. Прабакер.
Наша деревня окружена водой с обоих сторон. Женщина достает кокос из жесткой древесной оболочки. Ей нужно пару минут. У меня этот процесс занимает около 15 минут. Инструмент в ее руках, катхи, является универсальным орудием. Этим же прибором чистят рыбу, зажав его рукоять ногой. Петухи здесь питаются морепродуктами. В моей семье 3 человека. Мой муж, дочь и мой брат. Живем вместе с бабушкой и дедушкой. Пуджа всегда и везде. Возле каждого дома можно увидеть вот такую ступу с благовониями. Не пришел на пуджу в темпл, помолись возле дома. Мужчина из Ченнаи приехал на восточное побережье за заработком. Он взбирается на кокосовые пальмы, срезает старые ветки и срубает кокосы. С какой легкостью и грацией он это делает. А по ногам у него обернут лишь небольшой кусок материи. Шикарный типаж. Мы провожаем Машику в школу. Ее отвезет одно из самых распространенных транспортных средств в Индии – тук-тук, он же моторикша. Пранам каждое утро донимает водителя. Меня зовут Сатиш. Деревня наша называется Кардекару Падукаре. Работаю я на рыболовном корабле. Родился в этой деревне.
Нас четыре брата и две сестры. Вернее, три брата, я четвертый. Раньше, 20-25 лет назад, в индийских семьях было по 7-8 человек. Сейчас 2 или 1. Жить стало очень дорого. Цены на все большие. По-разному, зависит от места. Кое-где до 3-4 метров глубина бывает. А в большинстве мест не опасно. Во время сезона дождей вода поднимается. Это около 80 дней в году. Дети, если бегают, наверное, опасно, а так без проблем. Одно из таких – любовь к другим людям. Второе – взаимодействие между людьми. И вера. Следующее – это очень важно. Вера. Хочется особо отметить любовь индусов к детям. Любовь эта безграничная. Не видел я ни разу, чтобы детей наказывали и уж тем более бранили. Пошли, пошли, чего ты закапризничала, малышка моя? Сезон дождей приближается. Работники укрепляют берег Мальпийской косы. Электрики протягивают новые провода. Но отвлечь индусов от работы очень легко. Достаточно достать свою камеру. Это Якшагана, танцевальный театр, родом из штата Карнатака. В прошлом при помощи Якшаганы до крестьян доводили содержание древних эпосов типа Рамаяны и Мабхараты, которые изложены на санскрите, языке привилегированных и знати. На грим у актеров порой уходит около 2 часов, а вес масок может достигать 8 килограмм. ಅಧಿಕಾರಿ ಆ ವಜ್ರೇಶ್ವರಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯವಾದ್ರಿ